Год педагога и наставника в Югре завершен. Минувший период специалисты сферы образования в Урае оценивают как результативный. 2023 запомнится урайцам конкурсами и победами в них. Но главным событием сообщества учителей считает начало строительства новой школы на 900 мест. Это станет подарком для двух учреждений. Каждый урайец, я думаю, видит, как растет на глазах здание новой школы на 900 мест в микрорайоне Одина, которую уже в 2025 году поселится 4-я, объединенная со 2-й, огромная школа. В тематический год педагоги почувствовали внимание к династиям учителей. Наступивший 2024-й представители сферы образования считают продолжением для реализации своих идей. Это замечательно, удивительно, очень тонко переходит вот в год семьи, да? Год наставника, педагогическая династия, год семьи. И действительно, педагоги тоже большая семья. И второй момент, год педагога и наставника в Югре, он закончился тоже балом педагогов в Ханты-Мансийске, где лучшие педагоги вот тоже в такой совершенно изысканной форме провели завершение. Сейчас учителя всех российских городов готовятся к внедрению определенных изменений в образовательном процессе. 2024-й привнес в педагогическую сферу ряд нововведений.